Здорово, пацаны. Время отпусков сейчас. Вот, приехал на Гуа, снял себе дом. Лианы тут кругом, какое-то колесо от местного мотороллера. Вообще прикольная такая тема, господи, чуть не упал. Кругом какие-то лианы. Дерево прям заходит на балкон. Там по нему по утрам лемуры залазят такие и просят у меня орешков. Я им даю щелбаны, и они уходят без орешков. Здесь качаюсь на лианах иной раз. Лианки! Как их там Тарзан рвал. Дом снял в неделю 3000 баксов, которые я заработал с последнего концерта. Вот все отдал туда. Вот такие вот дома на Гуа. Тут недалеко побережье, море, лежаки, солнце. Всякие обдолбанные мужики бородатые лазят. Короче, жизнь тут идет очень насыщенная. Ну, вот как-то так, блин. Прилетайте на Гуа. На Гуа хорошо. На Гуа вообще хорошо. Я вот пару роликов смотрел в интернете. Блин, на Гуа вообще охренительно. Люди там вообще расслабленные такие. И ни про какую войну и слыхом не слыхивали. Купаются там себе в море. Жрут, курят, пьют, короче. И голые на пляже танцуют. А я, блядь, опять, сука, на даче тут погибаю, блядь. В хибаре своей. Аж под конец рабочего дня крыша поехала. Показалось, что на Гуа. Так что дачный сезон продолжается. Высадил сегодня кабачки, дыни, арбузы, мяту. И еще там кое-что высадил. Все, у меня колодец есть тут. Водой наполняется, вот водой полил, удобрений каких-то в фикс-прайсе купил, полил. Теперь вот жду урожая. А так здесь, да, тут прикольная локация, тут кругом лианы. Вот, покажите, вот лиана прям идет такая, куда-то ввысь там, офигенски. Поэтому мне показалось, что на Гуа, наверное, тоже так. Здесь вот такие, вообще, лианы бешеные. Как-то так. Вот такие вот дела. Завтра пацаны приедут. У нас тут в домике крыша протекает. Будем крышу перекрывать и обтягивать участок колючей проволокой. Если кто думает, что колючую проволоку не продают, продают, еще как продают. Я на Вельбересе бухту купил 100-метровую колючки. Начал открывать, все пальцы поизрезал, блин. Крутая проволока вообще. Вот теперь кто тут будет лазить, у меня металл тут красить, всю жопу себе поизорут об эту колючку. Сегодня столбы вкопал, завтра натянул. Посмотрим, кто попадется. Ловушек понаставлю. Всяческих, чтоб попалась эта гнида, которая тут лазит, крадет все у нас. Закарали, блин. Оставил там какую-то железяку, мы со Славиком шашлыки жарили на ней. Сперли. Думаю, что за мразь тут лазит, блин. Вообще охерели. А балкон, да, у меня крутой, да? Балкон вообще нормальный такой. Подветшал, блядь. Ну ничего, нормально. Так он дерево прям в него вросло, в дом. У меня в доме дерево растет. Вот такой вот арт. По музыке пока сейчас ничего. Новенького нету, потому что... Сейчас пока время дачное, блин, мы дали себе месяц отдыха, пока ничего не делаем. А вот месяц этот пройдет, и потом я съездю в Санкт-Петербург, а уже после, когда приеду, начнем писать новый альбом. По осени надо подготовить программу и опять концертная деятельность. Ну вот как-то так, ребята. Всем добра, дачи, местная Гуа и прочее. Блин, мне вот эта вот стена нравится, вообще заросшая, вообще, вообще крутая тема, блин. Даже не хочу трогать, вообще ништяк, прямо от солнца защищает.
Сегодня меня еще раз укусила оса. Закарали. Вот сколько мы со Славиком их травили. Все равно падла укусила. Прям только не успел прийти, сразу укусила. Ну, ос это фигня. У меня аллергии никакой нет. Соболезную тем, у кого аллергия. У меня аллергии нет. Поэтому осы нам похрену. Так что еще раз всем удачи. На даче. На дачу еду плачу. С дачи еду хохочу. Шашлыки мы сегодня жарить не будем. Мы сегодня на костре грели консервы армейские, сухпаи. Но так как мы были все тут в работе, я обзор не стал никакой делать. Да, пацаны, подписывайтесь на канал. И я хотел бы узнать, какая у вас дача. Потому что я на дачу с батей ездил, ну не знаю, наверное, до первого курса технаря. Мы там с батей дачу строили, я как бы соображаю, что почем. А после меня на дачу палка не загонишь, других дел хватало. Так что напишите в комментариях, какая вот у вас дача. Вот такая? Или покруче, там, с гаражами, с лимузинами. Ладно, всем мир. Удачи на даче. Та-да-да-дам.